Рейды Федеральной службы судебных приставов продолжаются. На этот раз напомнили о долгах предпринимателям ярмарки «Текстильщик». 29 сотрудников управления на месте взыскали более 200 тысяч рублей. Однако не все должники готовы были незамедлительно расстаться с наличностью. В итоге было наложено 3 ареста на общую сумму 35 тысяч рублей. Приставы забрали у предпринимателей текстильную продукцию. И если долги не выплатят за 10 дней, домашний трикотаж, одеяло, комплекты белья будут реализованы.